Друзья мои, всем привет! С вами я, Давид. И в этом видео, друзья, я буду показывать сейчас голубей своих. И просьба всем моим друзьям, и, может быть, и не друзьям, доброжелателям моих, вот, попрошу во всех группах отправить это видео, так как хочу продать этих голубей. Вот смотрите, на зиму я уезжаю, мне надо будет оставить голубей, ну, 10 от силы. Вот я покажу каждый отсек. Есть, нельзя. Вот, тебе понравится, если я тебе к собаке отнесу. Ну, кись. Зина не тронет. Вот. Друзья, вот эти голоногие, это голуби дяди Аршака. Вот. Это линия Арифа из Москвы. Вот, покойного. Вот, в чистом виде сохранилась эта порода. Я знаю, что многие знают эту линию, как они летают. Вот. Покажу еще линноканцев. Это вот чисто из Армении, которые привезенные. Вот. Для души с каждого по паре, по две оставлю себя, и все. Буду в маленьком отсеке держать их. Потому что, ну, я не справляюсь, говорю честно, потому что работы много. Маму тоже мучаю свои хобби, да, помогает кормить, поить их. Из-за этого хочется, ну, уменьшить количество. Вот. Есть линноканцы из Агасевской линии. Вот. Такие любители линноканской птицы тоже. Ну, вы знаете, я же давно два вида держу. Кис-кс-кс. Чего ты тут, мышей ловишь? Или голубей? Пойдем. Вот, и есть несколько штучек почтовых. Мне подарили. Вот, кому интересно, тоже. Давай отсюда, иди. Вот, я думаю, больше нечего тут добавить. Друзья, просто кому надо этот... По цене как бы договоримся, звоните, номер оставлю в описании.